вообще в социальный раз и попал. Совсем без сил. Что тут это не нет, нас это не ну, я в смысле, что есть на что. Не играет в уста. Скажи, где поесть? Где? Не хочешь говорить, не надо. Я наоборот, что все мы сказали, что Феликс. Да. Настя тут похожалась. Наказ, он тебя стесняется. Ты чё, моя? Чё, она стесняется просто. По кайфу цифраться. Сейчас делай стоп. У тебя девушка в ресторанка, а не квартира, чтобы ей по кайфу было тратиться. Ты сечёшь? Вот. Мельчик, привет. Как же, как смотри. Ты же замуж слышишь, не можешь? Мельчик, зайди сюда, пожалуйста. В магазине плитку припахал. Учит продукты по списку. Чтобы у тебя потом проблем не было. Что делает босс Альпи? Просто мышцы. Он подошел, разговаривал. Кого? И форме Астон Мартин. Не исправили, видимо. Я сделаю 3 попытки. Первые 2 попытки на этих же шинах. Как-то трассу почистить. Настолько не уверен. Да. Это все из-за Латифи. Ошибка, как пытаться первым. Конечно, пока учитесь, да? Смотри.
Да? Деревянный мальчик получился танцевать рейтинг, да? Пойдем. Пойдем. Я не знаю, что там перестарал, я его пропускал, а сам затормозил, а в итоге у нас въехал, вот, не сломался крыло. Приделаю еще. Что эти круги давно испорчены. Пока еще шины живы. Это ты на старых? На старых.
хочешь, я ему объясню. Не надо, не... Вот твои вот эти, посмотри, что ты видишь. Слушай, организация, тоже приедет. Так даже Феттель 9. Подозрительно наш. Так и садись 13. Не, я буду еще делать попытку. Я Клер 16. Ну а что, портвейн с тобой открою? Ну, вот я. Что-то обижаешь на меня, то что у меня коллекцион. Ну конечно, да. Значит, старые но еще дают какой-то шанс. Нет, не останется, пусть работает. Я что-то не пойму, а что за странный интерес? Может, на них, в принципе, можно ехать. Я вообще рад, что я не знаю, это необычно. Накрой, пожалуйста, в кабинете стол. А сколько у них часто взнос? Вот ты сейчас в них поехал 6 кругов. 21. Но это еще с учетом того, что меня еще и крутило. Тем более нормально. Я даже гоночные шины помню. Чё тебе не нравится, за 80 заехал? Было же предупреждение. Ты заезжаешь на петлень 80, и тебе же предупреждение. Логика. Ну что, ты готов? Все. Я, возможно, тебя удивлю, но тут есть традиция стебать тех, кого застали в аудитории с девушкой. Поверь, возьми. Два Вильямса. Вот прибавит. Гасли тоже должен прибавить вместе с Магнусом. Поэтому... Надо не накосячить.
7 десятых почти. Секунду. И все равно 15. Да, с тем временем это был бы последний. 29 у тебя было. Ядрище. Ну что, вы оба прошли. Разница в 1/100. Ничего страшного. У тебя пока бак работает, а у меня такой бак в карьере. Да, после первого сегмента заливает килограмм на 10. Это ты сзади? Я там сзади. Я просто по карте смотрю. Я сейчас тоже на старых выехал. Да, я тоже на старых. На которые мега время показал. Это мне аж нравится, то, что здесь софт вполне даже нормально себя ведет. Чё-то даже тактику соображаю, какую-то другую. Соображаю. У меня осталось на альтернативном. Что мне поведение софта не очень нравится.
На 1/10 уже старый видится. Это, по-моему, мегу времени. Что там еще не атакуешь, случайно? На медленный круг. Это у меня совсем медленный, чтобы не мешать, если слышно. Да там диджей едет. И там посол на быстром круге. What it's doing, Fernando Alonso? Он чуть в меня не повернул. Он пропустил Рассела, потом давай хоп в меня. Это механик опять убил. Так я тоже кого-то добил. Нечего выходить. Ну, немножко не в тему такие. Мне комментарии там пишут, поиграй в FIFA 15. Я говорю, когда-то еще давно говорили. Я потом спрашивал, почему. Мне теперь спустя, наверное, дней 5 ответили, ну, типа, у меня на компьютере есть FIFA 15, и хотел бы посмотреть, как ты проходишь карьеру игрока. Хочешь прикол? Мы с тобой одинаковое время показали. Давай как гляну. И тебя один бац. Нормально. У меня только за счет третьего сектора. Ну, это по темпу у тебя все равно лучше было бы, потому что ты говоришь, что ты 1/10 в своем времени проиграл. А у меня тогда было где-то 19,5, а сейчас 20,0. То есть я на полсекунды хуже проехал на старых шинах. Так это же не старый. С этой точки зрения, учитывая, что ты тоже на своих старых, у тебя разница в 1/10, то есть практически одинаковый темп, а у меня он просел. С этой точки зрения у тебя лучше. Ну, в целом, как у меня, я посмотрел износ этих шин, и мне, в принципе, нравится. Я думаю, я буду их использовать в гонке. Софты. Ну, это поможет прорваться, по крайней мере, на старте. Также тот же один пит-стоп, только более агрессивная тактика. У меня отказ от софта. Ты пока я болтаю, я уже на второй попытке.
на седьмую строчку. Наверное, там сильно плотная группа у них. Я походу в своей ситуации, да. Зараза. У меня твоя ситуация, как у тебя было последний гонки. Уже не ждал третьего сегмента и попадаешь на третий сегмент. Тогда одну попытку использую. Что мне теперь с автов вообще хоть на 3 пидстопа иди. Ну, может хоть всех уничтожить и вызвать поисков. А то Майкл в массе не хочет выпускать. За что его здесь нет? Потому что непонятно кто. Значит, один свежий софт. На всякий случай. Ну, я удивлен, конечно, что я не прошел. Даже было, думаю, ну ладно, типа 9-й, но все равно хватит же. Ага, конечно. Во всем виноват Вальтери Боттс. Да, он виноват. Холодных шинах так прикольно в этом повороте так проезжать, а потом уже нет. Тут я как понял, не заезжать на этот желтый. На желтый я не заезжал, это смерть сразу. Недаром они не выделены, потому что на них лучше не заезжать, но сильно отходишь. Так, то, что грязный воздух все-таки есть. Пусть незначительно. Че ты на меня рычишь? Это я так из-за Латифи развернулся еще. Поклон. Тебя поклонился и пошел. А ты хуже таблеток не мог взять от кашля? Хуже от кашля таблеток взять не мог? Хуже? Да. Нет. Это хуже уже нет, да? Да. Все потеряно. Стой. Все.
6%. Говорю, бота свинота, ну и всем. Он там гравия насыпал, машину вызвал. Я бы сказал самые простые. Я думал, это тут просто откатка. Ну, блин, ну ладно. Вот самые простые, которые сразу представляют нахуй пейку. Самые простые. Проще нет. Так это и есть, которые обычные таблетки от кашля? Да. Ну так а что плохого? Я ничего плохого тебе не сказала. Так что это сарказм был, что ли? Что, типа еще хуже не было? Ну ты что ж берешь? Всегда, я не знаю, типа гексарала, да, что дороже нет. Гексарал, одна пластина стоит, такая красная, что красная. Только я пластины не беру. Что горло самое такое. Ну так они в упаковке, да, в упаковке там две пластины. Они стоят за 500 рублей. Две пластины. Я пластины еще раз говорю, не беру. Которые красные, там, которые уже ангина, для того, что можно лечить ангину гнойную. Это в аптеке как раз стояло, предлагали женщине. Это так фармацевт на меня посмотрела. Можно сок? Отбой. Отбой. Меня нет. Меня нет. Надо поосторожничать. Ладно, это так. Ну, само неплохо. Это установится закономерность. Ты опять лучше меня в квалификации. По чистому так. Стану первым грузом. Сначала осторожничаешь, потом выстреливаешь. Да, вот только тебе пока на первых кругах откровенно не везет. Сейчас там уж повезет, если слева же стартуй. Ой, слева, справа. Значит, просто не давай никому еще правее идти, еще правее, чем ты.
то они могут. Ну, только как-то так. Пускай идут слева, но зато справа никого не будет, ты на позднем торможении, так, ну, почему я тебя учу, у тебя дешмастер таких опыл на первом круге. Ну, это завтра. Я у этих спрашиваю, что я вам нужен еще, или я все свободен? Пока не знаю. Потом спроси, что ты думаешь. Кто у них завтра тоже в Испании? Ну как? Без настроек, правда. Талония is your home. Не знаю. Я быстрее, уедет здесь. Да, вы не спешите. По расписанию он уже 3 минуты стоять будет. Правда? Это хорошо. А то у меня время так и скачет. Возвращаемся в гонки. It's race day here at the Circuit de Barcelona Catalunya, a track that's certainly seen a fair share of electrifying races over the past few years, and there are no doubts that today's race will be just as brilliant. The Circuit de Barcelona Catalunya, a track that will certainly force the drivers to push themselves. It consists of a very impressive main straight going into turn one. It's a straight that also offers a threat. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. A fantastic Sergio Perez lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Fernando Alonso, and Russell, Sainz, Ocon, Bottas, and Alexander, the Professor, Ricciardo, Lando Norris, and Gasly, Vettel, Magnussen, Guan Yu Zhou, and Alex Albon, Latifi, and Mick Schumacher. А где пенальти? Всем. So let's go down to the track. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Let's discuss Red Bull. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed. Показали, меня показывают. Меня показали. Очень напряженно. Я не поняла, ты что за опять в первой десятке. Два Red Bull Hard. И все. Да что за день сегодня? Ну ладно, для маньяка это слишком нелепо. Мне достаточно Ботаса обогнать. Будет, по сути, тебя пропустить, потому что машины у нас разные. Хотя я этого, конечно, не собираюсь так сразу пропускать. Получается,
Самое сложное это Ван Корма. И в принципе все, соперников больше у меня особо-то нет. Да, Альпин еще пока далековато. Ты рискни, я так бы. Посмотрим, мне пока все идут. Ну, пока что. Все в очках. Тут на мини-карту смешно смотреть. Все зеленое, кроме вот как раз перестроенного участка. Тебя зеленый? Я говорю, кроме нового участка, он не зеленый. Значит, там можно обгонять. И стартовать соответственно с pole position. На Потоса смотрю, у него как будто задние шины такие потрепанные. Как будто проплешину видно, что он с ними делает. Сейчас они резко тормозить будут в шикане. Куда вставать, что-то стрелка неправильно показывает. Зеленая. Ё-моё. Вот так и подумал, что это ты. Ну, вроде ничего не повреждено. Что-то как-то они не сильно так уезжают. А, это видео из-за Red Bull. Ботус взял, пропустил Феттеля. Красавчик.
Феттеля хороший старт. Машина срывает, когда так плотно сильно едешь. Я говорю, как бы грязь до воздуха частично остался. Говорю, у них хард. Может, проблемы какие-то есть. Серьезно, я не попал в крыло. Все, как он уехал Сайнц, так и я начал уезжать от Феттеля. Да ё-моё, дурацкий поребрик. Я застрял.
возвращение на трассу. Так это уже нечестно. Ну уж по-честному. Так что все. Сейчас мне смешно будет, если он будет дальше стоять. Не подходят мне эти твои настройки дурацкие. Такое ощущение, что они не под клавиатуру, они созданы. Без настроек плохо, с настройками плохо. Я вижу, что я обещал рассказать о сообщении, поэтому извиняюсь, что я
Понравилось.
условия дистанции и никто еще не пришел. Ну есть идти, ты не вычитал. Читая книги, как настоялась машина. Да, как не стоит машин, чтобы больше денег. Ну, нас сами спереди. Ну, как бы, кстати. Фэтэли бокса пропустили. Как бы сейчас еще бы одну очку не бы затащил. Вроде было там канал, где... Сейчас посмотрим. Кстати, да? Ну, сейчас лидер, да? Сейчас лидер Перес. Our head is
знаешь, там что-то по технологии происходит в этом случае. Там рассказывается, как настроить подвеску. Да, прикольно. No need to worry about the tire condition for now, everything's looking good.
Сейчас я уже все 20% летел за кость. Сейчас 48, Санька 20. 20% цели? Да. Ну, я только что сейчас глаза открыл от давления. А, 20, ну извоз 20. Да, у него был 20, только он получил 48. Он видел, что он будет бежать. Это как? Это сколько времени идет, что он 2 секунды смотрит, что он будет вставать, что он будет вставать. Да, он будет. Я тут не сидел, конечно, не стоит. Я
секунд с половиной, как на угу. Попробуйте. А вот
Victory here in Spain and a massive confidence boost going into the next race. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their head when everyone around them was losing theirs, and that has allowed them to get the best out of the car to maximise the strategy and stay out of trouble. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Вы где-то столько масла добавляете? Там еще две книжки читать, как настраивать машину. Все по-честному, никакой кнопки. Я и без тебя лучше знаю. Понятно? Что? Твой! Скажи! Антох,
Просто не надо было нажимать резко на этот задний ход. Мимо я и заехал. По гравий и повисла машина. Как в прошлый раз, не то же реалистично. Чё? Что я прослушал?